шесси Старкрейвена вместе с другими особо опасными заключенными превращают в смертоносных суперкиборгов. Полицейский Джек Райан, узнавший о том, что группа заключенных исчезла из тюрьмы в ночь накануне приведения смертного приговора в исполнение, вновь выходит на след Джесси Старкрейвена. Дэвид Брэдли в роли Джека Райана в фантастическом боевике «Киборг-полицейский 2». Компания West Video представляет.